братан. Попробую подальше вебку сделать от окна турбографикса. Ну не озвучил, не озвучил, Мозес, Ибн Мозес. Раз я тебя не озвучил, значит так надо было, забаньте его. За то, что учит меня озвучивать сабов. Я не знаю, Лариндап, алертится переподписки или нет. Забаньте его тоже. Еще пару человек, сейчас скажу кого. Дрейк 5000 и Дмитрий Павлович, этих ребят забаньте. Остальные оставайтесь, посмотрим, как сложится сегодняшний вечер. К сожалению, ничего толкового по поводу сюжета сказать не могу. Возможно, Наримика откроет какие-то секреты, если она сегодня есть. Я вроде ее видел. Как же я не хочу. Вот реально, вот из всех приставок и платформ мне меньше всего хочется играть на турбографиксе почему-то. Вот. Просто MSX или Commodore Amiga, неважно, что я там выберу. Game Boy Advance, из того, что осталось, PlayStation. Все замечательно. Причем мы прошли самые классические консоли, ни одной игры детства не упало, но... Вот TurboGrafx, ну вообще мне ни сердцу, ни жопе не близок. Ну вот это все на самом деле вселяет в меня некую надежду, что игра будет не слишком длинной. Я знаю, что она просто нереально сложная. Но, насколько я понял... Бадзи, спасибо за подписку. Насколько я понял, из прохождения 6-часовой длины 3 часа занимает именно заставки. Блять, ну работай, пожалуйста, говно ты ебаное. Пиздец. Ладно, сейчас я попробую настроить еще раз управление. И я просто не понимаю, как можно сделать такие говёные эмуляторы, как TurboGrafx. Это просто жесть какая-то. Это худшие эмули из всего RGG. Все. Наконец-то игра начинается. Ну, короче, это... Блять, как же громко. Короче, у меня просто кот сломал уже вторые наушники. Он приходит и перегрызает, сука, провода. Первый раз он съел наушники Logitech за 5000 рублей. Вчера он съел их дешевую копию за 3,5. Перекусил провод. Причем, когда я слушал музыку, просто я сижу, слушаю, фигак с музыки нет, смотрю, кот съел. Мне приходится сидеть в синхайзерах, которые громкие, как жопа сатаны. Наримик пишет, у меня в жизни не было игр с приставки, кроме Дэнди и Сеги у друзей, но пока что я поняла, тут жил некогда великий герой, который победил великое зло. Фрей и его дочь. Жила она мирно, гуляла по лесу, пока на нее не напал волк, мигом получивший по шее от мимо проходившего мечника. Вдохновленная, она поступила в какую-то геройскую академию, с этого и начинается приключение. Отлично. Ну, в общем, это что-то типа Зельды, наверное, или типа того. К сожалению, на этом говёном до невозможности эмуляторе в этой игре очень не помешали бы турбо-кнопки. Ну, потому что, ну, это просто дрочильня будет вот такая вот ужасная. Но, к сожалению, если включить турбо-кнопки, то не работает прыжок. Он начинает спамиться, он нихера не прыгает нормально, героиня эта. Так что придется дрочить кнопку. Сегодня мы поиграем, как я уже сказал, не больше часа. Попробуем пройти, может быть, первый уровень. Я не знаю, сколько в игре. Насколько я понял, уровни как бы чередуются с похождениями этой замечательной девушки по имени Фрея в городе. Так что... Вот. Если что, то та самая игра про Тумадена, она как бы мне... представляется более даже простой, потому что там все понятно. Более-менее просто бей людей. Или что там, статуи свободы летающие. В игры такого типа я вообще никогда не играл. Одно радует, тут бесконечные континии, но как вы понимаете, вот даже поэтому, потому что вы сейчас увидели, это будет долгое приключение. Запаситесь попкорном. Как я уже сказал,
так как кексы выпадают одно говно на 15 минут, либо он так хорош, то мне придется играть еще больше, так что, скорее всего, как только я наконец-то сниму все, что я должен снять, и смонтирую все, что должен смонтировать, будет только РГГ по 20 часов в день. Я не буду спать, есть, ходить в университет, в школу. Ну, я уже закончил, и то, и другое, точнее, отчислен с института, но я иногда туда прихожу в поисках свежих тёлок. Шучу. Я люблю мужчин. Как-то совсем выйти сегодня не стоит на эту игру. Но посмотрим, что дальше. Музыка неплохая в игре, но это, блядь, и неудивительно, потому что игра весит 400 мегабайт. И если бы в ней была плохая музыка, это было бы совсем странно. Ладно, короче, начинаем играть, потому что это не дело. Придется собраться. На чат отвлекаться особо не буду. Располагайтесь, пообщайтесь о чем-нибудь. Например, о том, что говорят, что в этом году не будет лета. То есть оно уже как бы закончилось, начинается осень. Можете обсудить еще какие-то вопросы. По поводу полицейских будней меня ничего не спрашивайте. Я думаю, что, скорее всего, их не будет. А. Зачем ты писал кафе? Ты... Мы не так много выкурили. Блин, это полная тупость, потому что ты можешь чем-то заразить, и я не знаю. Слушай, мы выкурили одну башку, зачем ты укусил кота? Он теперь пришел сюда. Убери его, блин. Приготовь мне эту курочку. Курочку хочу. Бери кота. Так, ладно. Блин, он съест Sennheiser сейчас, они самые дорогие с наших наушников, слышь? Смешной. Так. Продолжаем играть. Я, по-моему, до сих пор нахожусь на первой локации. Первой. Попробуй зажимать клавишу огня, чтобы... А, спасибо. Спасибо за совет, но подсказывать нельзя, поэтому забаньте этого человека. Забаньте этого человека, пожалуйста, который мне это подсказал. Потому что у нас РГГ, и я не могу пользоваться ни подсказками, ни прохождениями. А в правилах канала и черным по белому написано, что спойлеры запрещены, поэтому ты получаешь бан навсегда и без возможности разбана. А если я захочу узнать что-нибудь по поводу этой игры, я спрошу. Спасибо за внимание. Да, я вижу. Действительно, я все думал, что это за линейка такая внизу, а это... хуёвина, которая на силу удара влияет. Ну, здорово. Теперь, конечно, игра будет пройдена буквально за считанные секунды. Мы увидим, как все сразу поменялось. В геймплее. Давайте самое большое яйцо выпустим, на которое только способна наша замечательная Фрея. Не хватает мне, конечно, опыта игры. Я даже в Исаака не играл, на которого все так фапают. Ну, то есть, я как бы вспоминаю сейчас игры сверху. С видом сверху, который я играл. Последний был, по-моему... Мисс Мэри Лазер, спасибо за переподписку, детка. Так вот, последнее, во что я играл, похоже, был вообще, по-моему, Горилла Варс. Are you ready? Если есть проблемы с меню, то вот я перевел. Спасибо, я потом посмотрю. Давайте, когда я вот начну запарываться на японском, чтобы мне в Тумадена не играть, я буду спрашивать, что написано. Надо этого пока как-нибудь переживем. Ой, блять, рыбы какие-то вылупились. Да, я могу прыгать по диагонали. Хотя надо сказать, что это не самое удобное, что есть в этой игре. Да сколько рыб-то здесь? Мне кажется, это замечательный пруд мог бы стать просто великолепным пристанищем отечественных рыбаков в летнее время года. Мистафакер, зачем ты потратил $5 на эту дебильную, абсолютно ненужную подписку? Я бы тебе и так сделал модератором, и ты бы мог так писать. Абсолютно. В общем...
Motherfucker, мы что-то устали с Ксюхой после сегодняшнего дня, и я жутко устал. Но я все равно рад, что мы поснимали то, что мы поснимали. Посмотрим, почему. Это все приведет. Я тебе, кстати, должен еще потом кое-что рассказать, буду напомнен. Можно прям завтра. Да боже мой. Как же не хватает турбокнопки в этом говне. Я подобрал какую-то голову ослицы, но, к сожалению, пока не могу это взять. Лорик, уйди, пожалуйста. Ну, вообще нет настроения сейчас на это все. Ща, ребят, выгоню кота. Здорово, Кекс. Кто еще из интересных людей сегодня в чате? Эх, Кекс, Кекс, наверняка и Донки Конг проходится за 2 минуты, и в нем нет никакого челленджа. Что-то ты меня разочаровал, не дропнул ни одной интересной игры. Battle Toads бы хоть там или что-нибудь в этом роде. Согласны, ребят? Может быть, конечно, все эти драки с богиней-девственницей сложные, но... От Кекса мы ожидали другого... Блять, что это? За яйцо прикатилось. Но я, видимо, правильно его перепрыгнул. Не знаю. Наверное, я совсем испорчен, если судить по Фрейду, но... Вот эта картина, она... Довольно странна. Выпадает мне некий эликсир. И мы заходим. Ну, не знаю, прошли мы первый уровень или нет. Donkey Kong Easy. Ну, я так и думал. Факер, хватит обманывать людей. Нет никаких полицейских будней не будет. Люди же начнут верить. Мне сегодня позвонил человек, которому принадлежит этот бренд. И сказал мне, чем вы, блядь, занимаетесь. Я засужу вас. Так что мы будем снимать полицейские дни. Одел я наушники, чтобы послушать диалог, но это абсолютно... Глупое решение, потому что я все равно ничего понять не могу. Мы разговариваем с неким эмбрионом, лупоглазым, похожим на помесь пришельца из фильма «Искусственный разум» и «Вия» из советского фильма «Випа» Гоголя. После чего у него отваливается голова и укатывается в море. Из моря вылезает дракон, который тоже сообщает нам некую информацию. Вообще, насколько я знаю, японские иероглифы отличаются типа их символизмом, что ли. То есть это как бы даже не буквы, как вот в обычных алфавитах и языках, там, в письменности других народностей. В общем, иероглифы, они как бы обозначают, ну, примерно выглядят так, как то, что они обозначают. Вот, например, второй иероглиф, желтый, в квадратных скобках, это что-то похожее, знаете, на такое огородное пугало или скелета. И, скорее всего, это оно и есть. То есть, дальше идет какая-то вешалка, и, скорее всего, дракон нам говорит, что он, блядь, на костре нас сожжет и повесит. Ну, то есть, если вот эти три иероглифа брать. Потом что-то про хоккей, про Динамо. И вот дальше вот моя мысль теряется. Ну да ладно. Не скипай диалоги, не успеваю читать. Но, к сожалению, я так понял, Фаруха, который знает японский, сегодня у нас нет. Поэтому никаких надежд на то, что нам объяснят сюжет, нет тоже. Да? В целом... Рано или поздно Наримика нам расскажет, что уже, блядь, произошло. Мы скидываем остаток трупа дракону. А, это дракон, это имя дракона, то есть его зовут Висельный Страшный Дракон. Наверное, как-то так. В общем, он что-то нам рассказывает, мы с ним беседуем, и он тонет. Как Ди Каприо в конце фильма «Титаник». Теперь дракон, блядь, начинает нас овнить.
Но у него... Ай-яй-яй-яй. Хотел я сказать, не такой уж трудный паттерн, чтобы увернуться, но...